Передвижная выставка пробудет в Сарове до конца лета. На ней представлены более 55 произведений живописи, графики, эмали и мозаики 5 разных авторов. Объединяет эти работы святое место греческая гора Афон, древнейший монастырский центр православной церкви. Тема Афона, о том, как он выглядит, да, какие-то его детали, особенности, то, что мы не замечаем, это прекрасные портреты служителей, это пейзажи, которые всегда проходит через внутреннее состояние художника, его переживания. Работы уже побывали в двух городах. Свое путешествие выставка начала в Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина и уже была представлена в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева. Разговаривает цвет, пятно, краска. Это то, на чем основано все искусство 20 века. Это погружение в цвет. И мне кажется, что эта выставка будет интересна и содержанием, и то, как это все выглядит. Для первых посетителей организаторы подготовили сюрприз и пригласили научных сотрудников, которые после торжественной части провели экскурсию по экспозиции для всех желающих. Очень интересные техники, очень интересные для меня. Это было необычно. Очень красивые картины, широкие мазки. И вообще выставка сама по себе очень интересна. Познакомиться с работами можно бесплатно в городской художественной галерее до 31 августа, без возрастных ограничений.